найти Беллу и Рид. Мы уже вторую серию их ищем. Стоп. Пора найти, наверное, да? Уже в конце-то концов пора найти Беллу и Рид. Так, пойдем. Пока тихо. Подожди, я их вижу, этих тварей, но мне нужно взять броник. Просто по-любому. Так, все, я даже тебе взял шапку. О'Нил, меня подожди. Чё ты смотришь сюда? Что ты сюда смотришь? А, я понял. Ты решил специально нас к стенке прижать, а? Ой, их много. Их много, дядь. Все, старый, пойдем. Постреляли, хватит. Так, хорошо. Штек. Ох, улетело. Промазал. Их очень много здесь. И здесь свободная, открытая территория. Нам лучше, конечно, здесь не находиться. Нам нужно где-то спрятаться. Пойдем. О, спасибо, он меня прикрыл. Получается, да? Все, отлично. Пойдем, я вижу броник, подожди. Я возьму сейчас на всю команду. На всю тиму. О-о-о! Варя, вали. Это оружие, кстати. Отвечайте. Белла. А где Рид? У нас патроны кончались, мы уже камни собирались кидать. Все хорошо, Белла, все хорошо. Сейчас пойдем ее выручать. Мы никого не бросаем. Мы разделились. В ангаре она была рядом с аккумуляторами. Все ко мне. Время есть. Сначала они сунут ее в кокон. Откуда знаешь? Я видел Киза. Идем. Так, подожди, а как мне достать? То, что находится здесь. Ты прикалываешься? По красоте. Я просто прыгнул и взял. Все, пойдем. Я так понимаю, побазарили и хватит. Почему не могу бежать, блин? Могу. Так, а где Рид? Где рыженькая? А все, у меня гранат нету. Ох, он просто взорвался. Но видишь, есть маленькая, блин, состыковка игры. У этих чужих вместо крови кислота. Они взрываются прямо у меня, блин, перед лицом, и не только у меня. И в принципе, никаких повреждений ни у меня, ни у моих напарников нет. Вот это вот странно. А чё встали-то, я не понял, блин. Слушай, мы сколько серий уже искали эту Беллу, блин. А чё стоим, я не понял. Или они от меня что-то ждут? Что типа я первый пойду, ну хорошо. Вот, красотка Рид. Парни, у нас гости! Все, догонимся всех оружий. Я типа, я так понимаю, с тобой отстреливаюсь. Ну да, ой. Слушай, ну слабенькое оружие, слабенькое, серьезно, блин. Ой, блин, пора валить. Их очень много здесь, реально. Это будет тяжело. Причем, учитывая, что у меня оружие такое слабоватое, как что-то. Просто я по морпехам, понял, попадаю и пофиг. Ну, хотя бы здесь сделали интересный момент. Анил, стреляй, у тебя самая мощная пушка. Ох, ничего себе он взлетел. На самом деле, чужие как не могут прыгать, он метров на 6 взлетел. Все, обратно, я так понимаю, идем обратно. Не знаю, что... Спасибо. Да, не за что, не за что. Рыженькая. Ты это знаешь. Так, патроны. Берем максималочку. Меня подождите только, клоуны. А то тут все есть. Зачищать Рид, пока она восстанавливает связь. А где она? Где Рид? Мне нужно время, чтобы подключиться к запасной системе кабелей. Думаю, тут ни к чему. Контакт! Оружие к бою! Ну погнали! Погнали, стреляем, очищаем Рид. А где Белла? О, тварь, близко очень. Смотри, они не зря мне тут кинули аптечки, понял? Я разрезаю
Давай. Так, нашла, что нужно. Дайте минуту, я приведу камеру. Сколько по времени тебе нужно? Я не успел прочитать. Мне показалось, что он сказал, дайте мне 10 минут. Да у нас минуты нет. Прям реально очень-очень их много. Так, что у меня жизненно все путем? Хорошо, я с этой стороны прикрываю. Ну, вроде чисто. Отлично. Слушай, Анил решил с ним бороться один. Воу, ты где, тварь? Да хвали ты. Вот какого хрена, блин? Давай мне это самое. Не оружие, не патроны, а аптечку. Так, и забирайся. Блин, тварь. Очень близко они. И их очень много. Да я не могу забраться сюда, что ли? Что за бред? Ты посмотри, они его просто вжало. Это что еще? Что происходит? Твою мать, опять ничего не понимаю. Давай, Онил, уходим в центр управления! Винтер, быстрее! А девчонки? Мы их опять оставили? Мы их опять будем потом искать. Я понял. Прекрасно. Хорошая, блин, идея, молодцы. Я тут, не останавливайся! Нет, ну это нереально, прям это такие прыжки. Смотри, тварь, сразу бежит ко мне и прыгает ко мне. Да им пофиг вообще, это, блин, очень странные чужие. Ну, либо у меня слабая штурмовая винтовка, скорее всего. У Анилы-то посерьезнее будет. Как здесь много, а? Я Анилу натыкал, понял? Что, пойдем? Вроде всех убили. Не надо стоять, дядька, старый, погнали. О, блин, вот. Так, а что с патронами? Подожди. А, блин, я думал, он подождет. Все, пойдем. Смотри, тут прям раскидано. Броня, оружие, патроны. Ох, блин, тварь! Я не понимаю, блин, чего мы ждем. Анил. Ну здорово, у меня патроны, блин, кончились. Огонь! Бред. Нахрен мне это оружие сдалось. Анил, чего мы ждем? Встретиться с Беллой Рид в центре управления. Так пойдем в центр управления. Нет, плохое оружие, мне оно не нравится. Не нравится и все. Ой-ой-ой, стреляй, Анил! Ну отлично, на ровном месте, я просто использовал часть жизни. Пойдем. Просто не обращай на них внимания, бежим. Куда ты прячешься сразу? Секунд, блин. О, в бар! Давай в Боревич зайдем, что ли. Может, отдохнуть сможем. Пропустим по стаканчику пива. Пойдем. Я пошутил, не нужен нам бар. Так, я что-то вижу. Это, скорее всего, броня. Так и есть. И больше ни хрена нет. Да, жуткая война на самом деле. Пойдем за мной. Никаких следов Беллы и Рид. Идем дальше, умник. Называй меня так. Опять девчонок потеряли. Как так вышло, непонятно. У нас миссия изначально была их спасти. Ну открывай. Странно сейчас будет, нет? Ничего. Еще раз. Да. Без девчонок-то скучно, да, Данил? Старина. Ну пойдем, хорошо, посмотрим. Здесь вроде бы ничего нет.
Ну, возможно, здесь валяются где-нибудь патроны хотя бы, нет? Ну и кто тут самый крутой? Я взломала систему безопасности радиовышки голыми руками. Ты как, жива? Да. Если это произойдет еще раз, выстрели мне в голову. Это приказ. Что там случилось? Зачем стрелять в голову? Если что, пристрели меня. Никто ни в кого не стреляет. Белла, тут полно разных вейландовских причиндалов. Мы придумаем, как извлечь из тебя эту дрянь. Я чувствую, как она двигается. Белла, не очкуй, я тебя пристрелю, если нужно. В легкую, быстро. Следить за датчиками. Рядом, руки! Ну, сам с ним побежал. Слушай, я что обратил внимание? Они быстрые. Они реально очень... Это что за херня? Они реально очень шустрые. То есть буквально он был в 5 метрах от тебя, и тут на тебе за один прыжок. Он преодолевает 5, даже, наверное, 10 метров. Заперто, я понял. Куда он побежал? Где нахер? 5-10 метров в легкую прыжки? Ни хрена себе. Такого не было ни в одном... Ой, это что такое? Только он стреляет, я понял, кто он стреляет. Так а где он, блин, мать твою? Что ты сказал? Что сказал, куда идти? Ох, ни хрена себе. В какую? Я пока никого не вижу. Я даже не знаю, куда идти, блин. Я заблудился здесь, понял? Да ты не истери, а просто скажи, куда мне нахрен идти. Ну явно не сюда, я понял. Твою мать, это что? Шипит как кошка, ты посмотри. Так, вали ты от меня. Держите обстановку, все живы. У меня все в порядке. Так точно, я здесь. Стоп, а где Анил? Что случилось с Анилом? Не ори, а где Анил, действительно? Боже, его метка движется вместе с той тварью. Патроны у всех есть. Идем за ними. Стойте, стойте! Если мы пойдем за Анилом, то наверняка все погибнем. Ты что, шутишь? Думай о том, что говоришь, Белла. Это слишком опасно. Как старший офицер, я должна принять решение. Принять решение? Да благодаря ему мы тебя спасли! Рид, с нами ты или нет, но мы идем за ними. Морпехи своих не бросают. Можешь отдать нас под трибунал. Уходим, парни. Если что, твоя вина. Значит, идем. Ура, к черту. Вперед. Так, подожди. Ура, к черту, это здорово. Что у нас с патронами? Вот что меня больше всего волнует сейчас. Приготовиться, оружие к бою! Нужно было остаться в ангаре. Вали, никто не держит. Смотреть в оба! Патроны беречь! По своим не стрелять! Забраться, не отступать! Ну, слишком наигранно, по-моему, нет? Вот же черт! Вас понял! Всем внимание! Начинаем! Какая здоровенная тварь, ты посмотри. Да ладно. Серьезно, блин? В одно касание? Нужно было остаться в ангаре. Вали, никто не держит. Ну, вообще-то, рыженькая, мы тебя спасли, а сейчас ты выпендриваешься. Смотри, патроны беречь, по своим не стрелять! Забраться, не отступать! Как мне нравятся эти наигранные сценки. Хорошо, а куда бежать в случае чего? Давай заново разбираться. Ну смотри, рыжая первая. Вот же черт! Вас понял, всем внимание, начинаем! Нет, видимо, что-то не так делаю. Ну все, нужно было всего лишь пройти в трубу, которая рядом была. А дальше куда? Я так понимаю, что с ней в бой лучше не вступать. Потому что мы проиграем прям. Ну блин, типа 100%! Ну эти мелкие твари, ладно, их вот. Ну, как можно убить? Если я буду попадать, то в принципе их можно убить. Не знаю, сейчас попробуем, конечно. Да, кажется, прокатило. Какой маленький, чужой, слушай, не успел, да, видимо, подрасти. Проклятье, так нужно убираться к воротам. Серьезно? Мы ведь даже не знаем, жив ли он. Слушай, делай как я, понятно?
Просто беги. Беги и стреляй. Выстрел ее только бесит. Бежим! Да, 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 в этом как бы и суть. Какого хрена я вернулся сюда же? Блин. Не туда я пошел. Вот эта тварь. Ну, нет, это не то совсем. Ну вот смотри, сейчас попробуем отсюда заново пройти. Я так понимаю, что главная задача с ней не встречаться. Потому что это бесполезно. Налево нельзя. Выстрелы ее только бесит. Сюда. Бежим. Сюда, просто больше некуда. Да, кажется, прошел. Отлично. Да, девчонки идут. Не отстают. Фонарь, фонарь, здесь нечего. О, тварь, иди. Девочки, вы стрелять будете или что? Либо так, для красоты мне здесь надо. Толку, если от вас не будет, то, ну, как бы, блин, тогда бы лучше действительно остались в ангаре отдыхать. Все, спрятались. Отлично, пойдем дальше. Блин, давай глянем, куда пойти. Так, я не посмотрю, да? Ну, хорошо, побежали, хрен с ним. Дело все равно не хрен. Все, наконец-таки. О, Анил. Ему не страшны. Да стрелять нет смысла. Ой, блин. Все, поехали. Сейчас будем драться с ним. О, вот это нормальная тема. Давай, такое было в конце фильма «Чужие 2». Так, только кого валить? Где самый здоровый урод? Я ведь вижу тебя. Мы с тобой будем драться. Что я делаю, я пока не понимаю. Давай прочитаем. Спастись с помощью автопогрузчика. Ничего себе. Мощная голова. Вообще, в теории, погрузчик не нужен, чтобы открыть что-то. Ну, либо же завалить эту тварь, понял? Погрузчик. Давай, 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 шею сломай. Я, честно, не понимаю, что я делаю. Так, подожди, давай не торопясь, не торопясь. Вот, отлично, давай, давай. Ну почти, еще раз. Я просто его луплю этими стержнями железными. Я не знаю, есть ли толк. Давай, 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 попробуем еще раз. А, ну есть, есть, я думаю, что есть. Да, есть. Ломай, 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 ломай. Все, отлично. Но зачем он выскочил? Ведь можно было дальше воевать. Я очень рада, что ты жив. Рада? Забыла, как ты хотела его бросить. Белла, ты что говоришь? У нас были разногласия. Ага, она хотела нас построить, а тебя бросить. Так, давайте все успокоимся. Я испугалась. Я ведь не только пилот, но и лейтенант. Я принимаю решение. Морпехи своих не бросают. Это важнее субординации. Эй! Может, поговорим об этом позже? Белла, нельзя рисковать многими жизнями ради спасения одной. Понимаю, каково тебе, но трудно доверять тому, кому жить осталось несколько часов. Ты что несешь? Ты же знаешь, что последний патрон я бы оставила для себя. Эй! Все нормально, все нормально! Убери пушку! Белла! Белла, убери пушку! Ты направила пушку на старшего по званию. Насколько я помню, твой приказ был, если что, стрелять тебе в голову. Прекратите! Возвращаемся в центр управления! Умитесь обе, черт бы вас побрал! Сулакра, это Уинтер. Мы подключили радиовышку и нашли нескольких морпехов. Возвращаемся к вам. Нас тут. Но он не договорил. У нас тут жопа. Я понимаю. Вы находитесь в экстремальных обстоятельствах. Я сам за последний день потерял 300 человек, так что я вас понимаю, уж поверьте мне на слово. Рид, Белла, немедленно прекратите лаяться. Разрешите... Отставить! Ты приняла правильное решение, сама это знаешь. Тема закрыта! Вы двое, шаг вперед! Эти два придурка хотят отправиться на верную смерть в самое логово ВЮ, чтобы извлечь из твоей груди мерзкую тварь и спасти тебя. А у нас и так мало людей, и слишком много морпехов пропало без вести. Сэр, да выслушайте меня! Но я даю разрешение при одном условии. Сэр? Где-то там есть список всех, кто был на борту. Он мне нужен. Все, можете отправляться. Да, сэр. Спасибо, сэр. Тут рядом конюшня с наземными ползунами. Возьмите один и возвращайтесь живыми. Всех касается.
Сэр, разрешите их сопровождать. Отставить. Я хочу пойти. А я хочу, чтобы мой пилот выжил и вывез с этой планеты сотню морпехов. Разговор окончен. Ты ничего нам не должна. Просто вывези всех остальных, а свою мы разберемся. Главное, нам не мешай. Эпизод пройден. Ну, кстати, рыженькая что-то, да. Спорно. Посмотрим, как дальше будет. Ладно, на этом все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся. Всем пока.